Коммунальное ЧП в Киеве. На Голосеевском проспекте прорвало магистральный водопровод диаметром 80 сантиметров. Это произошло днем. Коммунальные службы проводили гидравлические испытания, и старые трубы не выдержали давления. В воздух взлетел фонтан воды и грязи с кусками асфальта на уровень 7-го этажа. В доме по соседству выбиты окна, пострадали несколько автомобилей. В дорожном покрытии образовалась гигантская воронка. Жильцов дома решили отселить. Эксперты сейчас оценивают степень повреждения коммуникации. И здания в Киевэнерго пообещали компенсировать убытки от прорыва трубы.